Впервые за всю историю наблюдений июль в столице Чили выдался без единой капли дождя. Такого в Сантьяго не было как минимум 74 года. На метеостанции в районе Кинта-Нормаль количество осадков составило 0 миллиметров. То же самое и в других близлежащих районах, таких как Ранкагуа. У нас не было такого аномально сухого июля с 1950 года, когда мы начали регистрировать данные. Климатологи говорят, что обычно в столичном регионе Сантьяго в июле регистрируют не менее 50 миллиметров осадков. Поэтому любой июль с меньшим количеством осадков является исключительным. Но то, что в прошлом было исключением, сейчас может стать нормой. Так, 3 года назад, в июле 2021-го, у нас тоже было менее 1 миллиметра осадков. Специалисты говорят, что причины тут две. Первая – природный феномен Ла-Нинья, из-за которого погода становится засушливее. Вторая – изменение климата. Причем такая погода наблюдается не только в столице. В центральных и южных регионах Чили также зафиксировали очень мало осадков.